Женщины – это начало начал. Из века в век женщины неизменно воодушевляли поэтов, художников на создание величайших произведений литературы и искусства. Прелестные вдохновительницы различные по возрасту и по характеру, но есть нечто объединяющее их. В каждой из этих женщин живет загадка. Загадка их красоты, женственности, обаяния. В экспозиции участвует 28 наших художников брестских. Все они члены Клуба народного творчества «Наследие», государственного учреждения «Брестский городской центр» и Ассоциации творческих людей Белорусского общественного объединения демографической безопасности. Всего в экспозиции представлено 40 произведений. Тема – это женские образы. Разные имена, возраст, мировоззрение, манера письма, стили. Но все это разнообразие объединяет одно – выставка «Образ пленительный, образ прекрасный». Выставка посвящена представительницам самой прекрасной половины человечества – вечной загадки, которую пытались и пытаются разгадать уже десятки веков художники и поэты. Постичь красоту и тайну божественного и в то же время земного женского образа. Я могу сказать, что женщин всегда воспевали в своих произведениях художники, поэты. Сегодня, видимо, наш день. И замечательно то, что основная часть произведения написана руками женщин. Женщины, как никто другие, особо тонко чувствуют женскую натуру, умение любить. Для женщин вообще свойственно жить – это любить. Для нее это основа. И в картинах вот эта любовь, она преобладает. И так как в экспозиции приняли 28 художников, причем они все разные, у всех свой разный характер, свой определенный почерк, и выставка, она получилась такая многогранная, она разная. Настолько она разная, что каждый зритель может что-то найти свое. Сейчас весна, и мы как бы вдохновленные женским образом, образом девушки, нежной, милой, подготовили для вас всех эту выставку. На этой выставке представлены две моих работы «Релакс» и «Гордость». Ну, образ женщины нежной, милой, красивой, обворожительной. И вот хотелось их представить для всех. Я люблю более такие теплые, нежные тона, вдохновляясь красотой и нежностью. Поэтому именно такие цвета и тона у меня в работах. Фернисаж бесспорно вызвал большой интерес публики, ведь каждая картина по-особому завораживает. Творческие люди написали много образов. Здесь и портреты, и сюжетные картины, и женские образы на фоне пейзажей. Выставка замечательная, посвященная такому прекрасной паре года. Весна, любовь, женщины – это то, чего нам сейчас не хватает после долгой зимы. Если художник мужчина, это говорит о том, что душа его очень творческая, даже нежная. Потому что обычно мужчина у нас ассоциируется с воинами, завоевателями. А если художник мужчина, это тонкая натура. Поэтому мне больше нравится, когда мужчины изображают женские портреты, женские образы. Это как романтизм. В большей степени. Каждый, кто пришел на выставку, вдохновился красотой, грациозностью, силой духа, мечтательностью и еще множеством других качеств, которые присущи женщинам. А если вы не успели ее посетить, то еще есть возможность. Выставка продлится до 20 марта.